В преддверии Нового года в Российско-армянском университете состоялась премьера фильма «Мой парень ангел». Фильм был показан впервые на большом экране не только в стенах университета, но и в Армении в целом. Последняя неделя до Нового года была насыщенной для Российско-армянского университета. Премьера комедии стала отличным предновогодним событием, которое позволило окунуться в атмосферу праздника и верить в чудеса. «Мой парень ангел» является российской новогодней комедией режиссера Веры Сторожевой по мотивам повести писателя Марка Арена «Рождественский ангел». Значит, я в России. Документики предъявить? А у меня нет документов. Где твоя регистрация, упырь? Я не упырь, я ангел. А меня уже били сегодня, даже зуб выбили. Вот. Как известно, каждая девушка, которая 31 декабря выпадает из окна, мечтает, чтобы ее поймали. Ты зачем хороший человек убил? Ну кто тут у нас из окна упал? Нет, знаешь, все-таки он не псих. У него пальто хорошее. И речевые обороты. Может, он действительно ангел? Каждая девушка под Новый год мечтает встретить принца. Слушай, Саня, отдай его мне, а? Это вот было первое экранизированное произведение мое. Поэтому, наверное, оно мне очень дорого. Дорого оно мне также своей добротой. Там нет никаких социальных проблем, которые порою возникают в тех или иных моих романах. Там абсолютно доброта. И хочется, чтобы это вот хорошее, доброе настроение, это хорошее, доброе отношение ко всему, что с нами, что окружает нас, чтобы это чувство нас окружало бы и преследовало бы в хорошем смысле этого слова круглый год. И в преддверии праздника наступающего я очень хочу пожелать всем нам в будущем году, что если будущий год тоже будет не особенно щедр на свои подарки, если он даже нам ничего не даст, чтобы он не забирал бы у нас никого из тех, кто нам дорог. Вот это мои пожелания нам всем на будущий год. Кота покорми, еда в холодильнике. Чайник ставят вот так. Директор Института медиа, рекламы и кино Карен Маргарян, он же писатель Марк Арен, пообещал, что для желающих, кто не смог присутствовать на премьере, скоро будет еще один показ в Российско-армянском университете. На землю просто так. Подожди, ну ты же сам все время говорил, что у всего есть своя причина, свой смысл, правильно? Так, зачем ты здесь? Ты обязательно это поймешь.